В Запорожье продолжилась традиция проведения рождественских ярмарок и даже приобрела новые масштабы. Теперь к предпринимателям из Запорожской области присоединились коллеги из других областей. Ярмарки напротив цирка уже полюбились запорожцам. В первую очередь горожане отмечают главный плюс – цены от производителей и отсутствие перекупщиков. К тому же продукция всегда свежая. И дешевле, а мясо всегда здесь свежее. И очень удобно, очень удобно. Так вы все время приходите сюда? Я каждую субботу. Раза в полтора больше, чем прошлогодняя. Больше 120 машин, 10 районов области, представители соседних областей, Днепропетровской, Харьковской. Есть даже из Винницкой области предприниматели. Я прошел ярмарку, вижу, что хороший размах, хороший ассортимент. В будущем подобные ярмарки намерены также проводить. Следующая пройдет уже 11 января.